Начинается четвертый тур наших соревнований в конференции А. Открывают его команды РТРС, они в синей форме, и Inline Group. Они в привычных желтых цветах. Сразу смотрим в турнирную таблицу. РТРС у нас занимает пятую строчку во втором дивизионе. После 7 матчей 7 очков набраны за счет 2 побед и 1 ничьи. При 4 поражениях Inline идет на 6 позиции в первом, правда, дивизионе. У них после 7 встреч 12 баллов. В случае победы РТРС может набрать 10 очков. Это столько же, сколько у Нордеа, который идет на первой позиции во втором дивизионе. То есть вот такой огромный скачок РТРС имеет шанс совершить. Inline, если побеждает, то автоматически выше в турнирной таблице не поднимается, но подбирается вплотную к команде Garant Energo. Так что у них тоже будет достойная награда за победу. Ну и, соответственно, по нескольку матчей сегодня все команды проведут. Inline Group позднее сыграет с Garant Energo и Зарубеж Нефтью. У РТРС матчи против Garant Energo и HSBC. Бьет издалека Inline. С центрального круга. Очень заряженные они, видно, на ворота соперника. Розыгрыш углового. Снова удар. Inline пытается атаковать позиционно. Ну, надолго не хватило их в позиционной борьбе. Сразу передать в штрафную. Пока мяч практически не держится в поле. Пройти по ближнему к нам флангу не увенчается успехом. Ответ Inline абсолютно аналогичный. Достаточно сумбурное, суматошное начало наших соревнований. Ну, конкретного данного поединка. Не будем говорить за все команды. Хороший диагональный перевод через половину поля. И сразу создали опасный момент. Мамедов подает угловой. Вратарь как далеко вышел у Inline, и могут сейчас РТРСовцы за это наказывать. Удар по воротам защитник подстраховал вратаря.
Контратака инлайн. Вратарь то ли грудью, то ли лицом отбивает мяч. И на добивании уже справиться не может. 1-0 инлайн выходит вперед. Штанга спасла ворота РТРС от второго пропущенного мяча. Штанга перекладина, конечно. И снова 11 номер выходит на оперативный простор. Здесь вратарь на выходе получает аплодисменты. Численное преимущество РТРС в атаке. Вратарю нужно поторопиться расстаться с мячом. Еще одна его ошибка. Ну, надо сказать, что инлайновцы действуют достаточно однообразно в атаках. У них одна задача – довести мяч до 11 номера, который курсирует вдоль линии поля по штрафной площадке и пытается открыться. И вот в очередной раз до него мяч довели, теперь же верхом. Теряли игрока защитники. Уже, может быть, имело смысл против этого активного нападающего поставить постоянную опеку. Просто одного игрока, который будет следить только за ним. Идет уже последняя минута первого тайма. Мяч покинул пределы поля, вводит его сейчас РТРС. Время у них есть, аккуратно одну атаку. Не получается первый пас, и сейчас уже прозвучит свисток на перерыв. Продолжение матча совсем скоро мы увидим. Второй тайм в центре РТРС.
ТРСовцы мяч разыграли. Ну и сразу возникают у них трудности с переходом через центр поля. Будет угловой. Вратарь отлично сначала среагировал на удар, затем самоотверженно бросился руками и головой вперед. И снова штанга. Пока без нарушений правил играют команды. Не получилось мяч пяткой покатить. Здесь тоже чисто. Главу РТРС. Сейчас посмотрим, есть ли какие-то домашние заготовки у них. Удар мимо. Контратака, инлайн, численное преимущество, снова попадание в штангу, но уже весь каркас обстреляли. Угловой удар. Удалось РТРС зацепиться за мяч ненадолго, правда. Вот здесь придется обыгрывать один в один. Еще 5 минут играть, и по-прежнему минимальное преимущество инлайн-групп. РТРС достаточно будет один раз забить, чтобы счет сравнять. Конечно,
Да и ничья, кстати, поправит их турнирное положение. 8 очков будет столько же, сколько у банка Тиньков, который на третьем месте сейчас. Сохраняет мяч игрок РТРС. Игра рукой. Вот все-таки случился первый фол в матче. Тайм-аут берет одна из команд. Команды продолжают игру. Вратарю второй раз нельзя было давать, лучше уж вынести мяч подальше. Дар с острого угла, но вратарь все видел. Высоко прессинговать РТРС. Полторы минуты до финального свистка. Ошибка при выделе там.
прошла последняя чистая минута. Второй фол РТРС. Out in line. Перехват от РТРС. Удар, и мяч улетел в угол. Секунд есть еще РТРС, чтобы отыграться. Заканчивается время, отведенное на матч. Минимальная победа «Инлайн» 1-0.